Всем привет! Меня зовут Александр, я автор проекта ETL. Моя команда создала для вас лучший продукт на рынке. Автоматическая подсветка лестницы нашего производства имеет множество функций и удобств. Мы доводили наш продукт до идеала на протяжении 2 лет. Мы анализировали рынок, произвели множество испытаний и многократно убедились в безопасности и надежности нашего продукта. И теперь мы готовы презентовать его вам. Более детально о нашем проекте вам расскажет наш эксперт. Привет, я Игорь, эксперт компании ETL. И прямо сейчас я расскажу вам об особенностях нашей продукции. Без лишних слов, поехали. Наша подсветка проста в установке и эксплуатации. Вы без особых проблем можете самостоятельно расположить все компоненты на вашей лестнице. Блок управления лаконично расписан всеми нужными вам обозначениями. Помимо этого, он оснащен съемными клеммами, что поможет вам комфортно заниматься подключением даже в труднодоступных местах. Также наши светильники доставляются готовыми к установке. Вам не нужно ничего докупать, паять и тратить время на соединение несоединяемого. Все просто и без запар. У нашей подсветки много различных настроек, однако вы могли заметить, что на блоке управления нет лишних рычажков и кнопок. Все потому, что все настройки производятся с телефона. Что примечательно, вам не нужно нигде регистрироваться и качать сторонние приложения. Достаточно подключить телефон к Wi-Fi сети контроллера ETL и с помощью встроенного веб-интерфейса произвести все нужные вам настройки. Мы плавно подошли к самому интересному. Что вы можете настроить? Все. Буквально все. Чувствительность датчика освещения, время активации и затухания подсветки, ожидание подъема человека в секундах и даже точное расстояние, на котором датчики будут реагировать на вас, вплоть до сантиметра. Вся настройка производится один раз. Далее подсветка будет автономно работать по заданным вами параметрам. Однако вы можете изменить настройку в любой момент. Как вам будет удобно. Дизайн датчика выполнен в стиле минимализма, без излишеств. Крепежные элементы скрыты декоративной планкой, цвет которой вы можете выбрать при покупке. Доступные цвета – черный, белый и слоновая кость. Само освещение, кстати, вы тоже можете приобрести в 2 цветовых решениях – RGB и монохромный. А монохромных тоже существует 2 типа – теплый и холодный. Самое главное – безопасность. Блок управления оснащен защитой от короткого замыкания, поэтому если вы ошибетесь при подключении, возгорания или поломки не произойдет. Вы спокойно сможете все исправить. Также вы сможете обезопасить себя и своих близких, если приобретете версию контроллера с резервным аккумулятором, который держит заряд без электричества в течение недели. Ваши ступеньки будут видны в любом случае. Да и с наличием света дети и слабовидящие будут четко отделять края каждой отдельно взятой ступеньки, что значительно уменьшает шанс оступиться. Никто не пострадает, будьте уверены. Энергопотребление подсветки оптимизировано до минимума. Мы прошлись по всем основным особенностям нашей подсветки. Благодарю вас за уделенное время. Всего доброго. Ну как, впечатляет? Теперь вы знаете точно, что такое идеальная подсветка лестницы. С вами была команда ETL и ее руководитель Александр. Всем доброго!